Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Сегодня хочу показать, как я буду мыть кабинку. Ну, оно это даже не душевая кабинка, как отсек. В общем, как плитку вот эту помыть? Каким средством я мою плитку? Поэтому, если кому интересно, оставайтесь со мной. Кому не интересно, я вас все равно люблю. Ну что, мои дорогие, поехали. Так, ну что, мои дорогие, чтобы помыть плитку керамическую в ванной. Правильно я сказала? Плитку в ванной. Нам нужна лимонная кислота. У меня вот здесь хозяйственное мыло, потому что я мою хозяйственным мылом посуду, если мне нужно там что-то подшаманить. И горячей воды, прям такая горячая. Вот там чайник у меня это. Что я сделаю сейчас, значит? Сюда я, ну, где-то ложку на пол-литра. Я уже так приблизительно. Ну, может, полторы. В общем, кашу маслом не испортишь. Вот так. И лимонную кислоту я вот здесь буду разводить, потому что ее нужно хорошо размешать. Ну, здесь где-то литра полтора воды. Ложки у меня 5 ложек. У меня там специальное не мыло, чтобы вам показать, как хорошо отмывает. Так. И вот сюда я добавлю сейчас вот эту вот лимонку с водой. Размешаю хорошо. Сюда буду добавлять. Потом, когда это закончится, еще сюда налью. Какой-нибудь жидкости можно фейри или там... Да хоть что. Хоть шампунь, хоть... Это. И лимонная кислота... Вот это и все, и вода. И пойдем сейчас, посмотрите, как. Сейчас я размешаю, больше ничего не надо. У меня здесь погром, потому что я вот там мыла. Все, там пыль собирается вообще. И я вытащила канализацию, куда вода стекает. Я так ёршиком помыла, поэтому сюда сейчас стекает. Ну, а здесь пока, вот видите, видно вам или нет, вот это вот. Я намочила, оно уже плохо видно. А так вот хорошо будет видно. Когда высыхает, это белое, видите? Ну, и вот это все я вот все выложила. И вот так вот нужно побрызгать. Сверху начинаем сейчас. Ой, неудобно. Хорошенечко такое. У меня здесь зеркало. Ой, я такая с этого, с фикс-прайса. Ну, это когда моюсь, там что-то наношу. Так, вот видите, нужно вот так побрызгать. Здесь лимонная кислота и мыло хозяйственное. Оно постоит буквально, ну, я не знаю, сколько там. И можно тряпочкой пройтись. Смывает вода здесь. Потому что канализационный этот мой. Так. Сейчас я вот так все намочу. Главное мне, чтобы вот это отошло. Вот это вот, видите? Белое. Так, теперь где грязно, так проходим тряпочкой. Хорошо. Снизу начинаю, потому что у нас же низ всегда грязный. Вот. И полоскаю я на 2 раза. Вот это вот, смотрите, это уже полоскается, а все равно смотрите, сколько пены. Смотрите. Смотрите. Это разве полоска? А уже все. 6 минут осталось. Поэтому я всегда, во-первых, на супер полоскание у меня. Вот здесь уже выключилось. У меня... Я ставлю всегда на полоскание плюс-плюс. Смотрите. Вот почему я ставлю на дополнительное полоскание. Так. Ну, в общем, и сейчас тряпочка хорошо так протираем снизу. Очень хорошо. 2 минутки поставила, так вот протираете. Потом вы увидите, если у вас швы, у меня швы, они не белые. Они у меня такие кремовые. Но все равно видно, где они грязные. Можно щеточкой зубной. Вот. Так что видно прям сразу, что. И я сейчас в одну руку возьму душ, с водой включу, и буду вода литься, и буду вот так вот вытирать.
Сейчас поставлю еще раз. Ой, потому что это не дело. Всегда ставлю на полоскание плюс. Так. Вот. Сейчас. И посмотрим. И все равно еще будет, представляете? Ой, где там полоскание? Он полоскание. И старт. Вот. Полоскание 2 плюса. Где там? О, видите? Сейчас сколько-то там минут будет. Сейчас еще побрызгаю, потому что вот здесь оно прям чувствуется, что где гладенькое, а где вот, вот с этой стороны еще не отмыто. Поэтому сверху так оно будет спускаться. Долго не держите, потому что плитка может цвет поменять. А теперь протираем влажной тряпочкой насухо. Насухо. Везде. Так, неудобно мне это самое. В общем, сейчас я протру, потому что вот будет видно. Вот я не знаю, вам видно или нет. Сейчас вот, видите, вот эти. Это значит грязно. Вот. Но вы будете чувствовать, или плиточка такая ровненькая, гладенькая будет, или такая шуршавая. Где вот шуршавая, вот видите, шуршавая. Это вот, значит, плохо отмылась. В общем, я мою. Все равно все не выполоскует, видите? Так что. Надо раз на 10 полоскать. Ну, более-менее стала вот прозрачная вода. Вот, это уже все последнее. 10 минут осталось. Ну что-то крутится еще. Сейчас оно пропадет. Что-то там синенькое поменяло. Вот, так что. Водичка прозрачная уже. Это вот просто, наверное, с кондиционера там. Есть же что-то. Так что более-менее прозрачно. Так что все нормально. Ой, в душе чисто. У меня вообще. В общем, давайте покажу вам, что получилось. Главное не передержать. Главное не передержать. Побрызгали. И минутка две, не больше. И моем тряпочкой, так отмываем горячей водой из душа. Ну, если это у вас не душевая ванна, то над ванной можно также это самое. В общем, у меня на душевую уходит одна и на всю ванну. Здесь вот я мыла все. В общем, где-то около 2,5 от этих вот распылителей. Вот. В общем, все чистенько, все перемыла. Здесь тоже перемыла. Сейчас себя помоем. Здесь тоже. В общем, зеркала я мою тряпочкой специально. Ну, вот эти, которые я показывала уже 300 раз. Всякие вот эти салфетки. Где эти салфетки? Вот они. Так я и не поняла их прикола. Короче, пробовала вот это зеркало. Вот, кстати, видите, какие... О, эти. Дает какую-то эту. Сейчас нужно вытереть. Ты забыла. Здесь-то я вытерла. Это надо сейчас вытереть. А вытираю, сейчас покажу, чем. Тряпочка с Галамарта вообще вытирает прям и ни разводов, и ничего. А вот эти все салфетки, ну, я не знаю, может, нормально они как-то вытирают вот это вот. Но я представляю, если на зеркале такие остаются разводы, то и здесь разводы. Нет, лучше, мне кажется, обыкновенной тряпочкой, и будет все четко. Ну, не знаю. В общем, вот это мне выброшенные деньги на ветер. 80 штук. Ну, я возьму одну машину там вытирать. Машине надо будет. Короче, найду им применение. Но больше фигней страдать такой не буду.
Так, короче, здесь я тоже все так. Я поставила машинку на место. Открываю, когда я постираю, держу ее открытую. Ну, если я не маза хистка. В общем, потому что если держать, там может начаться грибок и будет запах бе-бе-бе, невкусный бе-бе-бе. Так, в общем, здесь все, я показала, что все отмылось. Все, сейчас пойду я в душ сама. Я вас умоляю, простите меня за внешний вид. Вообще, столько дел переделала. Всех пока-пока. Если я кого-нибудь смотивировала, я буду очень рада. Будьте внимательны. Побрызгали, минутка-две и сразу смываем, чтобы не испортить плиточку. Будьте внимательны.